хотел бы сегодня поговорить о мировоззрении христиан. Потому что, на самом деле, каждый учитель, каждый философ, он давал мировоззрение, как должен быть устроен мир, какой должны быть цели, ценности, взгляды, почему, как выходить из проблемы, как созидать общество. Это начиная от греческих философов, это несет любая религия. Вот. Поэтому мы должны иметь абсолютно правильное мировоззрение, чтобы у нас картина была в целом развернута и понятна. То есть человек, который обладает христианским мировоззрением, он может судить, что такое христианское мировоззрение, причину всех проблем, он может судить, понимает, кто сотворил землю, он может разбираться, что такое церковь, он разбирается в культуре, он может судить об образовании, он может судить о финансах, о бизнесе, и он может судить даже и о политике. То есть человек, который обладает христианской, прошел обучение, обладает христианским мировоззрением, он может судить обо всем. Поэтому Библия говорит, что духовно зрелый человек может судить обо всем. Вот. И когда Иисус пришел, хочу вам сказать, что Римлянам 12 глава, 2 стих, там написано такие слова. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». И, конечно, образцовая церковь, зрелая церковь или зрелый христианин, они могут дать ответ каждому человеку, что есть воля Божья, независимо от какой деятельности они находятся, социальная ли это работа, или это работа в НКО, или это работа в образовании, или это связано с элитой, управлением, госслужбы, там, судейские и так далее, там, и в бизнесе, или это также работа с иммигрантами или беженцами. В общем, обо всех сферах можно донести волю Божью. Но по факту мы видим следующее, что христианство в массе своей не доносит, как говорится, волю Божью. И христианство, оно достаточно в России на самом деле молодое. И кто-то будет даже спорить, а должна ли церковь это делать, или должны ли верующие это делать. Но те, кто проходит ученичество, все прекрасно знают, что очень важно приносить оживотворение во все сферы жизни, чтобы в церковь могли войти не только люди, там, как, например, наркоманы или люди социально там, как бы, незащищенные, у которых проблемы, уже ни общество, ни они себе помочь сами не могут, поэтому обращаются в церковь. Нет, давайте сначала обратимся к истории. В Писании сказано, что когда пришла полнота времени, Бог послал Иисуса Христа. Что является полнота времени? То есть для обычного человека, который это прочитает, ему кажется, ну что такое полнота времени? На самом деле все модели построения общества, взглядов, они уже были до Иисуса Христа выстроены. Была выстроена греческая философия, Платон, Аристотель и другие модели управления обществом. Были разные религиозные тоже взгляды по строению общества. То есть модели уже были выстроены. И вообще, если вы поговорите с философами, они вам скажут, что после Иисуса Христа ни одной модели новой не родилось. Началось что? Скрещивание. Скрещивание разных моделей, как бы по образу, как немного возьмут с христианства, немного возьмут, допустим, с философией, вот ее родился гуманизм, да, и так далее. То есть идет скрещивание. И поэтому мы должны с вами четко через ученичество начать разбираться во всем этим. Почему? Потому что самое главное, когда мы четко сформируем свое христианское мировоззрение, то тогда, как говорится, у нас появится по-настоящему истинная миссия. Почему? Потому что что такое миссия? Это показать, что твое мировоззрение, твой взгляд на устройство как человека, как семьи и как в целом и общество, оно намного сильнее и правильнее, чем, как говорится, человек, который другой. И апостол Павел, как бы первые ученики, когда они пришли, они сталкивались с мировоззрением. Они сталкивались с греческими философами, они сталкивались с религиозными деятелями. И
по сути, мы из истории знаем, что христианство победило. То есть словом можно разрушить и показать тупик мировоззрения, который мы все прекрасно знаем, находится из мира. И вот я уже до этого проводил урок. Мы должны всегда понимать, что когда люди приходят в церковь, у них нету христианского мировоззрения, потому что ну, кто-то родился не в христианской стране, допустим, мы вот родились в массе СССР, и нам в школе учили, что человек произошел от обезьяны, и давали взгляд и мировоззрение о том, что как бы все само собой совершилось, из ничего появилось ничего, это ничего начало крутиться, и потом бам, взрыв, как говорится, и появилась инфузория туфелька, которая стала эволюционировать и в итоге превратилась в разных животных. То есть, естественно, человек, который прошел идеологию коммунизма, идеологию эволюции, и когда он слушает Евангелие, которое говорит о том, что Бог все сотворил, включу кондиционер, Бог все сотворил, то у него возникает конфликт мировоззрения. И мы должны прекрасно понимать, что в большинстве людей, в большинстве случаев, у них мировоззрение выборочное и хаотичное, то есть у них винегрет в голове. Немножко с гороскопа взяли, немножечко с мистики взяли, немножко от родителей взяли, немножко от того, от того, от того, и в итоге сформировалось какое-то определенное мировоззрение. Но чтобы вы хорошо разбирались, вы должны всегда прекрасно понимать, с чего формируется мировоззрение. Большая часть закладывается с детства, где-то 60% мировоззрение ребенка формируется с детства. Также это формируется мировоззрение из среды, в которой он вырос. Я, допустим, вырос в среде спортсменов, на улице, так как мать много работала, и, соответственно, у меня мировоззрение сформировалось больше спортивное и больше уличное, да. Кто-то вырос в среде наркоманов, кто-то вырос в среде, ну, разные среды бывают, там, как благополучные, так и неблагополучные. Но среда тоже формирует мировоззрение. Вот. Кто-то также на мировоззрение влияет наши раны, которые у нас были в жизни, или наш жизненный опыт, который говорит, это не работает, так не будет. Ну, а, например, один из моментов, когда я сталкивался с христианским мировоззрением, и говорилось о том, что там ударь по правой, по левой щеке, я как бы не понимая, допустим, суть этого писания, я всегда считал, что христианство это религия слабых. То есть это вера людей, которые вообще ну, как бы, должны прожить свою жизнь и потом к Господу прийти, когда уже ничего в жизни не хотят и ничего в жизни ни к чему не стремятся. Вот. И это присутствует в России, это такое мировоззрение, что верующие это люди, которые отделены от общества, отделены от жизни общества. Это те люди, которые просто внутри закрыли свои храмы и просто ждут небесные электрички и как бы там сами там что-то поют, что-то друг другу говорят и как бы ждут, когда пойдут на небо. Вот. И также мировоззрение формирует образование. Но какой человек дал? Потому что если много ума, ну, как говорится, много, как говорится, фантазии, большой кругозор мало, образования мало, фантазии мало, кругозор. То есть, если я, допустим, бизнесмен, или, допустим, когда учился в Российской Академии Госслужбы, когда я говорю о финансах, говорил, или там говорил о политике, о устройстве общества, о формировании, о культуре и мысли, то человек, который, допустим, 10 лет прокололся, и у которого мало образования, у которого не было опыта ни в бизнесе, ни в, ну, как бы, ни в понимании, как устроено общество, они всегда ну, как бы, входили в конфликт. Почему? Потому что они в этом не разбирались, и у них было свое ну, как бы, узкомыслящее взгляд, который, в принципе, они часто отстаивали. Вот. И поэтому, чтобы общество исцелилось, и чтобы совершить всемирную евангелизацию, нужно сначала всегда разобраться со своим мировоззрением. Целостное оно или не целостное. То есть оно абсолютно христианское или оно намешано. И потому что пока у вас не будет целостной картины, вы будете, как говорится, ограничены ну, как бы в проповедовании благой вести, во влиянии. Ну и, соответственно, Бог вас не так сильно будет использовать. Вот.
Это вот первый момент, который я хотел бы, чтобы вы на нем законцентрировались, потому что миссия – это когда ты несешь мировоззрение Христа и разрушаешь религиозное мировоззрение, разрушаешь философское мировоззрение, разрушаешь мистическое мировоззрение. То есть ты доносишь полную картину всего, какое должно быть мировоззрение у христиан. Поэтому первично, как вот и Римлянам в 13 главе написано, не сообразуйтесь с веком всем. То есть то мировоззрение, которое сегодня присутствует в этом мире, эти люди пришли сегодня в церкви, и они с этим мировоззрением, с этим опытом жизненным, еще с какими, ну, как бы, с болями, с воспитаниями, они пришли в церковь. И для исцеления, допустим, земли, для евангелизации всего мира, прежде всего нужно сначала исцелить первое, это церковь. Но какое же мировоззрение есть в церквях? И, к сожалению, целостного мировоззрения нету даже у пасторов, нету у многих служителей. Но они очень сильно претендуют, что они знают, ну, все четко, истинно и правильно. То есть они это начинают утверждать. Мы знаем, что есть страны, на которых, ну, было сожжено, ну, как бы построено христианское мировоззрение. Это повлияло на законы, на культуру, на вообще на быт общества. То есть, если мы посмотрим в историю, то мы прекрасно понимаем, что Европа в массе своей на культуру, на политику, на все было повлияло христианское мировоззрение. На музыку христианское мировоззрение сильно повлияло. Иоганн Себастьян Бах и другие, да, на политику, великие политики тоже были очень многие христиане, даже та же королева, она тоже говорила, что как бы, мой Господь Иисус Христос, который вот умерла недавно. В Южной Корее был на уровне политики, все говорят, что именно христианство, христианское мировоззрение дало толчок развития. Философы, когда я учился в Российской Академии Госслужбы, они сказали, как христианское мировоззрение повлияло на развитие тех или иных христианских стран. Ну, или вообще в целом, если мы посмотрим, самые развитые миры – это христианские, самые развитые страны – это христианские. И самые развитые из конфессий христианские страны – это протестантские. В то же время мы сейчас видим и в Европе, и в Америке закрываются церкви и как говорится, на арену выходит, как говорится, другое мировоззрение, другие взгляды, мы знаем это, и они воюют сегодня, там, что, начиная, что Бога нету, или Иисус Христос это вообще не последняя станция, есть Магомед, есть там Кришна, есть да, другие духовные практики, которые показывают, как должно устроиться общество. И вот находясь на Бали, я как бы вижу, что я столкнулся и с христианами, и с людьми, которые занимаются медитацией больше, поклонники New Age. Сейчас идет нумерология, это мистический такой момент, как говорится, расклад. В мою бытность очень сильно шло гороскоп, я смотрел, даже сам помню, однажды там всегда читал гороскоп и знал, что все девушки помешаны на гороскопы, на совместимости, как говорится, тех или других знаков зодиака, и тоже уже будучи христианином молодым, еду и раз по радио звучит, у льва или рыба, вот сегодня такой день, и ты такой, раз такой, и где-то привык все время слушать, и раз где-то слушаешь, да. Потом, так как я изучал психологию, очень часто, ну, как бы прибегал к психологии, в тех или иных вещах, хотя по большому счету оно противоречило христианской морали или христианскому мировоззрению. Так вот, чтобы исцелить церкви, нужно прежде всего исцелить мировоззрение. Для этого должно быть глубокое ученичество. И когда Иисус пришел, Матфея 16 глава, об Иисусе люди судили по-разному. То есть это в основном массе своего были религиозные люди. Ну, кто-то из них был философ. И они судили о его взглядах по-разному. Почему? Потому что они накладывали то, что говорил Иисус, с мировоззрением, которое присутствует. И вот одни, допустим, говорили, допустим, что Иисус – это Илия. И вот Илия – это все, кто ученики, все прекрасно знаете, это
представитель чудес, а он слил огонь с неба, как говорится. Но даже у меня есть очень многие люди, которые в массе своего христианства ставят на чем? На чудесах. То есть должно быть исцеление, должно быть освобождение, изгнание бесов. Любую проблему они сразу туда тащат бесов. Или сразу же туда тащат родовое проклятие и говорят, тебе нужна особая там молитва, особое разрушение, пост и так далее. И они все через все в своей жизни рассматривают через призму духовной брани, через призму, как говорится, вот этих сверхъестественного, особая молитва, особое помазание. Или же там, допустим, чаще смотрю, как говорится, вот я был здесь в церкви в одной, и она такая очень сильная, ну, мне это показалось, что очень сильно, по крайней мере, мистическая, там, ты сейчас услышишь Бога, сейчас почувствуешь Бога, сейчас вот, как говорится, они там, ну, как бы делают во время богослужения духовные практики, и я знаю, что у меня даже есть вот, даже пастора мои друзья, которые вот чисто вот в этой сфере. Прославление, молитва, и все должно именно вот в этом вопросе. Что бы ни было, зачем врубать мозги? Давай будем врубать молитву, врубать пост, и будем разрушать все проклятия. И ты видишь, что да, это есть такая тема, что нужно освобождение, нужно изгнание, нужно поклонение, чтобы ощущать. Но ты видишь, они превращаются в духоманов и в мистиков. В миру, допустим, духоманы, мистики, они присутствуют, эти вот, которые гороскопы читают и так далее, нумерологию тоже, они все через мистическую точку зрения смотрят. Поэтому Иисус сказал, нет, я не Или. Другая сторона, это сторона закона. Мы знаем, что как бы Иоанн Креститель его называли, что вот нужно, все должно через призму слова, через призму послушания, через призму, как говорится, закона Божьего должно быть все стоять и устроено. Но и люди, они все рассматривают через призму написано. Вот. И не видят в этой ситуации, то есть не становятся законниками. Эти люди, как правило, постоянно всех обличают, всех показывают, что правильно, что неправильно. Я вот на той же неделе общался с одним парнем. И он такой законник, я ему спросил и сказал, ну назови мне хоть одну церковь, которая подходит и учение, и верующие по твоим критериям. И он честно, потому что говорю, я просто пройду и поучусь. И он честно сказал, говорит, я такой церкви не вижу. То есть у него конфликт, почему у него постоянный конфликт. И вот это законничество, ну как бы это тоже такая большая проблема, это не соответствует, потому что милость превозносится над судом. И Иисус, он, когда женщина привели в блудодеяние, он сказал, ну кто без греха? То есть первый бросил в нее камень. И законнический путь, это тоже не то, слово Божие должно быть, границы должны быть расставлены, но мы должны прекрасно понимать, что ни один человек несовершенен не может исполнить. Также есть вот мировоззрение добрых дел, то есть важно делать добрые дела постоянно. Даже было такое течение, движение. И церквей очень-очень многих, они поставлены на мировоззрение добрых дел. То есть мы должны понимать с вами, к чему я все это говорю. Мы должны всегда прекрасно понимать, что есть перекосы. Кто-то, допустим, говорит, главное ученичество, ну не надо, музыка, творчество, поклонение, кто-то изгнание бесов, энкаутеры, кто-то наоборот говорит, нет, это главное, ученичество, это чисто сухо, кто-то говорит, наоборот, надо много делать. И у меня, как у пастора, постоянно, знаете, возникает такой момент, я всегда, когда смотрю, я всегда беру следующее, а какой перекос в массе своей у христиан в мировоззрении. Потому что до тех пор, пока она не в церкви и в своей христианской жизни не научится быть в балансе, они не смогут быть эффективными в обществе. Почему? Потому что люди, которые приходят из этого общества, у них нужно философию, религию, тоже это, культуру этого мира очищать, убирать, и это надо будет хорошо работать, чтобы привести их недуховное состояние в баланс. И тогда движение оно будет намного эффективнее, и действительно, оно пойдет, потечет в 237 страны, как говорится, так далее. Но
есть, что есть. И поэтому, когда Иисус говорит, допустим, кто ты, да, он говорит, ты говорит, Христос. И мы должны понимать, что Христос это вот, ну, как бы царь, священник и пророк, это одно помазание. Поэтому мы должны всегда прекрасно понимать, вот, почему я говорю, пишите крест, размышляйте, ученичество делайте. Потому что Христос это не просто добрый, там, Бог, который добрый. Христос это не тот, который там тебя исцелит или изгонит бесов, разрушит духовную проблему в твоей жизни. А Христос это должен быть стать хозяином твоей жизни. И в итоге, если он хозяин жизни, то мы тогда начинаем нести, познавать только благую весть, только держаться завета и только нести Евангелие, то есть только проповедование. То есть, вот, понимаете, почему? Потому что до тех пор, пока мировоззрение не сформируется на только Христос и только благая весть, только проповедование, мы где-то будем в какой-то обочине. То есть, нам как какие-то мысли, какие-то взгляды, какое-то наше мировоззрение не дает нам понимания. И многие люди как бы, вот, от этого, как говорится, борются. Ну, например, здесь на Бали пришел парень, и он молил, ну, как бы, обладая даром исцеления, он в своей жизни получил исцеление от болезни, и он начал практиковать только исцеление. Вот только исцеление. Он проповедует, и он все смотрит через исцеление. Когда он слушает благую весть, слушает учение складное, он просто сразу закрывается. Нет, Бога нужно переживать. Бог должен являться в чудесах. И он на это сосредоточен, ты понимаешь. Ну, если все верующие вот так вот будут бегать, там, молиться, изгонять бесов, ну, многие люди скажут, какие-то чудики просто, понимаете. Надо же иногда-то и законы писать, надо же иногда и культуру выстраивать, надо же иногда и бизнес строить, это же не все, ну, как бы на молитве, да. То есть, я хочу, чтобы вы понимали. Потому что я вчера сделал вот эту проповедь, которую сейчас вам сказал, потом беру форум, и я вижу, что, ну, люди не догоняют. Просто не догоняют. И это тоже нормально. Иисус когда тоже проповедовал, не все его понимали. Он ученикам разъяснял. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте комментарии. Но потому что, когда вы ставите, я начинаю видеть, что вы видите, а что вы не видите. Это очень важно, потому что мы должны вот получить, у нас должно быть окончательно сформировано быть мировоззрение в этом плане. Почему? Даже по своей церкви, понимаете, или по церквям, которые я еще вижу. Кто-то говорит, только дети, только прославление, только миссионерство, только ученичество. И ты понимаешь, что нету баланса. Должно быть все в полноценности. И вот если пастор, допустим, не имеет целостного христианского мировоззрения, конечно, церковь будет в перекосе. Мы знаем с вами, что есть церкви наркоманские, есть церкви там пенсионерские, то есть церквей разных много. Но церковь должна отражать Христа и отражать благую весть, то есть мировоззрение Христа на все сферы нашей жизни. Чтобы была присутствовала и мистическая часть, чтобы мы видели дьявола в мыслях, как он разрушает. Ну и должна присутствовать и созидательная часть. Как созидать семью, как созидать культуру, образование. Вплоть даже до законов и политики и так далее. Мы должны все эти вещи знать и должны понимать, что... Прежде всего, мой вот такой, конечно, вопрос. Вы всегда посмотрите, прежде всего, в себя. Есть ли у вас перекос? Понимаете ли вы картину в целом в мире? Мы тут собрались как-то. Ребята, они по миру ездят, они знают там метавселенная, там криптовалюта, в общем, политические все вот эти сферы, они смотрят, следят. Они больше в экономику смотрят, далеки от политики, от тех, их, то, что происходит. Но им было интересно, они просадили меня и сказали, пастор, давай посмотрим, что Россия только зло, или там Украина, а есть же еще и глобалисты, которые так, а как глобалисты действуют? И мы до 3 ночи разговаривали, и они просто так вот сели, и говорят, вот теперь нам стало понятно.
Теперь нам стало, ну, понятно, как дьявол действует, через какие сферы он действует, какие цели он в будущем ставит, и что должна делать церковь, чтобы разрушить мировоззрение Христа и совершилась всемирная евангелизация. Но я просто могу сказать, что если бы это в моей голове не было, если бы я говорил только молиться, только изгнание бесов, сейчас, и все, эти планы рухнут, они бы сказали, ну все, капец, ну. Пастор Акуна Матана, да, до встречи на небесах или еще где-нибудь, ну не в этой жизни. Это я вот помню, когда кисть вот в Библии написано вот так вот, ныне пекел персил, да, кисть появилась, и царь такой не понимает от всего этого, ну написано, даже обосрался, ну, ноги затряслись, жидкое полилось, да. Он не понимает, что это. И вот, ну, как бы, и позвал пророков, да, всех разных там. И мы знаем, что Даниил разъяснил. И вот я сейчас представляю бы, если сейчас бы какого-нибудь харизматического пастора бы сказать, объясни мне, ныне текел персил, он бы сказал, аллилуйя, Иисус грядет, о, Бог проявляет свою чашу, ну, как бы, руку, он являет, аллилуйя, надо верить, аллилуйя. Но там был рубль, полрубля, четверть рубля написано. Ныне пригрузся. И он говорил, смотри, сначала у тебя был рубль, твое царство было сильно крепким, поднималось. И потихонечку оно начинает увядать. Почему? Потому что ты от Божьего закона Бог тебе дал в руки царство из-за грехопадения Израиля. Он ему начал разъяснять эти все вещи, что он приходит к тупику. Потому что он знал историю, он знал, он мог провести духовный анализ, он просто увидел эти моменты, знаки, которые Бог дал на стене, и он это мог разъяснить. Почему? У него было уже правильное мировоззрение. Поэтому, ребят, хочу, чтобы вы получили ответ только Христос, только завет, только Божий план и только проповедование. Чтобы вы себя понимали, что через наше укорененное и утвержденное мировоззрение мы сможем в любом обществе отстоять свою веру и как бы разрушить замыслы сатаны, когда мыслят люди по-другому, и показать, почему это неправильно и какие тупики их ждут. Пишите ваши комментарии, Бог да благословит вас. Сейчас остановлю запись. Обязательно ставьте ваши комментарии и проведем сейчас форум.